Ученые нашли способ борьбы со старением мозга. Излечить человеческий мозг может тот же механизм, что разрушает его при болезни Альцгеймера. Ученые из Португалии узнали, как можно восстановить мозг при нейродегенеративных заболеваниях и приостановить его старение. Об этом сообщает OrCalRT. Специалисты изучали изменения мозга у генетически модифицированных мошек, являющихся моделью болезни Альцгеймера. Оказалось, что нервные клетки мозга во время этой болезни убивает сам организм. Таким образом он пытается защитить здоровые клетки и омолодиться. Этот же механизм активно борется со старением и продлевает нормальное функционирование мозга. Ученые узнали, что если искусственно усилить этот природный контроль качества, то у мозга есть все шансы оправиться от нейродегенеративного заболевания или омолодиться. Специалисты надеются, что их открытие поможет создать эффективный метод лечения болезни Альцгеймера. Но пока их задача номер один – доказать, что этот механизм будет работать в человеческом организме. Ранее ученые заявили, что алкоголь и кофе продлевают жизнь. Также корреспондент писал о том, что были опубликованы главные достижения и провалы науки в 2018 году. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net по материалам сайта newsgra.com.